конференцию глав внешнеполитических ведомств России и ФРГ. Ist es doch ein beidseitiges Interesse, dass bei bestehenden Konfliktsituationen, die wir haben im Ukraine-Konflikt, nicht unbeabsichtigt Schritte oder Aktivitäten fehlinterpretiert werden. Ich will sagen, wir haben seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise eine ganze Reihe von verstärkten Übungs- und Exercise-Aktivitäten. Und es ist ein Schutz beider Seiten, wenn beide Seiten voneinander wissen, was gerade stattfindet und wenn man sich gegenseitig informiert hält. Мы получаем сигналы от натовских партнеров о том, что неплохо было бы сотрудничество по линии военных ведомств возобновить. Если конкретные предложения на этот счет поступят, мы, безусловно, будем реагировать конструктивно. Я не думаю, что это имеет прямое отношение к украинскому кризису, как-то повлияет на его ход и на усилия по его урегулированию, потому что для урегулирования кризиса на Украине необходимо выполнять минские договоренности.